Привет, друзья! Не знаете, что быстро и просто приготовить на обед или ужин? Вот вам рецепт. Я взяла фарш, у меня свинина и курица. Добавляем репчатый лук, пару столовых ложек сметаны, соль, перец по вкусу, сухой чеснок. Все хорошо перемешиваем, отбиваем фарш. Свежие помидоры нарезаем средним кубиком. Вареные яйца и сыр натираем на крупной терке. Добавляем соль, майонез и все хорошо перемешиваем. Далее формируем котлеты. Сверху начинка и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 25-30 минут. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!